Итак, привет, друзья! Меня зовут София, и я хочу поделиться с вами первыми результатами после первой недели тренинга «Как похудеть за 3 недели». Ну, во-первых, хочу сказать, что несмотря на то, что мы пришли сюда все худеть и сбрасывать вес, вместо того, чтобы истязать себя, укреплять силу воли и так далее, в общем, то есть делать то, что мы все привыкли делать, когда хотим худеть, вместо этого я могу сказать, что впервые в жизни я почувствовала настоящий вкус еды и настоящее удовольствие от еды. Это действительно удивительно. И за эту неделю вкус в еде вот, к определенным видам пищи у меня очень сильно поменялись. То есть, например, раньше я не представляла, как можно есть пищу, не пересолив ее очень сильно. Теперь я не солю пищу вообще, потому что мне нравится сам вкус еды. Ну, во-вторых, это еще то, что изменился мой размер порции. И это не было каким-то волевым актом, не было каким-то волевым усилием, это произошло очень естественно. То есть сейчас я просто получаю гораздо больше удовольствия от меньшего количества порций. И это при том, что я понимаю, что на самом деле упражнения я делала недостаточно хорошо. И вообще-то у меня упражнения не очень хорошо и получились. То есть я собираюсь еще в них тренироваться. Вот, но даже вот то, что я сделала, можно сказать, кое-как, и то дало очень хорошие результаты. Второе, то, что меня очень сильно радует, это то, что у меня вот как бы очень сильно поднялась самооценка. То есть, например, раньше, когда я видела красивую девушку где-нибудь на улице или в заведении рядом, я очень сильно комплексовала и старалась поскорее уйти. Теперь я смотрю на них с радостью, я прямо очень сильно радуюсь на них, там, как-то вот прямо внутренне поздравляю их, и я прям готова уже пополнить их ряды. Вот. Ну и третье, хочу сказать, это то, что вот за эту неделю я как-то очень легко сбросила 2,5 килограмма, ну или примерно 2. Вот. И это произошло как-то очень настолько легко и естественно, я даже, можно сказать, этого и не заметила. То есть я просто с каждым днем просыпалась и чувствовала, что вот как бы у меня живот и там различные проблемные зоны, они как-то вот подтягиваются. И мне кажется, это вот произошло благодаря тому, что я себе все время представляла вот такой стройный, спортивный, такой, какой я хочу быть. И вот это вот ощущение, когда ты вот все время себя представляешь таким, каким ты хочешь быть, когда ты вертишься возле зеркала, и вот ты видишь уже себя таким, оно, ну, в некотором смысле даже вот сродни по ощущению какой-то влюбленности, то есть оно такое окрыляющее. И когда вот ты находишься в таком настроении, в таком состоянии, то лишний кусок, он уже как-то, в общем-то, и не лезет. И вот что хорошо тоже в этом ощущении, то, что вот впервые в жизни я почувствовала то, что у меня действительно получится не просто там сбросить, не просто постройнеть, но еще и действительно оставаться таким, ну, такой девушкой. Потому что раньше, как бы вот ты сбрасывал, но ты все время боялся, что ты наберешь снова. Ну, в общем, это и происходило. Сейчас вот я чувствую, что я как-то сбрасываю настолько легко и незаметно, и я чувствую, что это со мной останется. Вот. Ну что ж, спасибо, друзья, что послушали мой комментарий. Я желаю вам успехов, желаю вам тоже похудеть, сбросить вес и выглядеть так, как вы этого хотите и заслуживаете.